Простой в приготовлении, но очень вкусный и нежный салат. Если вы еще не пробовали данный салатик, то непременно возьмите этот рецепт на заметку. Уверена, вам понравится. Предлагаю приготовить салат эдельвейс. На любом праздничном столе он будет уместен и, несомненно, будет иметь успех. Готовится он очень легко и достаточно быстро, а если отварить яйца и филе заранее, то смело его можно будет отнести в разряд на скорую руку. Кстати, куриное филе можно и вовсе не отваривать, а запечь его в духовке или обжарить на сковороде. Салат можно подать порционно или выложить слоями на большом общем блюде. Куриное филе – 200 грамм. Помидор – 1 столовый кон. Сыр твердый – 100 грамм. Чеснок – 1-2 зубчиков. Яйцо – 2 штуки вареное. Соль – по вкусу. Майонез – по вкусу. Количество порций – 3-4. Подготовьте все ингредиенты. Сварите заранее яйца. Куриное филе отварите в подсоленной воде. Помидоры нарежьте кубиками и положите первым слоем. Посыпьте помидоры солью и смажьте майонезом, смешанным с чесноком. Сверху трем яйца на мелкой терке. Яичный слой солим и смазываем майонезом. Куриное филе нарезаем мелкими кубиками и выкладываем следующим слоем. Яичный слой солим и смазываем майонезом. Куриное филе нарезаем мелкими кубиками и выкладываем следующим слоем. Смазываем филе майонезом. Последним слоем выкладываем натертый мелко сыр. Салат эдельвейс готов.